Привет, дорогие друзья. У меня такой крик души сейчас, потому что очень многие ко мне обращаются в Инстаграме, помогите малышам, у них рак, у них болезни, у них многие-многие проблемы со здоровьем, это просто ужасно. Я знаю, что сейчас в стране и вообще в мире очень тяжелое время и коронавирус, но я считаю, что нельзя забывать о раковых больных, о других больных, потому что рак убивает каждый день и практически каждую минуту. А людей, особенно маленьких малышей, это очень ужасно и страшно. Я как могу помогаю, но я не могу помочь всем. Это должно заниматься этим наше государство. Запинаюсь, потому что всегда, когда говорю о таких вещах, у меня слезы на глазах появляются. Для меня крик души, я хочу, чтобы меня услышали, выше. Владимир Владимирович Путин, вы буквально несколько месяцев назад говорил о разработке искусственного интеллекта во многих областях. Так вот, я познакомился с ребятами, которые разработали искусственный интеллект, уже апробировали его в странах некоторых, который выявляет рак на первой стадии. На первой стадии выявляет рак. Вы понимаете, что людей обычно является рак там на третьей, на четвертой стадии, когда уже помочь, либо очень долго лечение, очень дорогое лечение, сама лично столкнулась, не сама лично, а вот когда помогала там детишкам, это огромнейшие деньги, это там 50 тысяч евро, это минимум, который первый взнос, а потом еще реабилитация и проживание, и все остальное. Это очень тяжелая проблема. Просто если лечить это в наших больницах, да, может, кого-то хорошо лечат, я не буду ничего наговаривать, но, например, в Красноярской больнице, с которым вот мы столкнулись с случаем с малышом, у них там малыши отказывают ноги или после этой химии сумасшедшие, которые не пихают, потому что нельзя делать иностранные лекарства, лечить их иностранными лекарствами. Потом надо лечить печень, сердце и все остальное, что находится в зоне облучения. Есть такие ребята, это уже работает, это на первых стадиях, это все выявляется. Пожалуйста, если кто-то меня слышит, оттуда, сверху, мы 2 месяца или сколько уже, 3 месяца пытаемся обратиться к высоким инстанциям, уже, в принципе, дошли там до кого-то сверху, нам все говорят, подождите, или кто-то просит денег, это вообще просто крыша. Вот, и все просят, и мы все ждем, люди умирают, это, короче, какой-то кошмар. Так мало того, что эти ребята еще могут разработать много-много чего, которое поможет, в принципе, наверное, в борьбе с коронавирусом, потому что это гениальные ребята, и все это работает, все это проверено. Пожалуйста, я очень жду ответов, свой директор, или позвоните там моим администраторам. Это все есть. Завтра я выложу пост со всей информацией, поэтому очень-очень жду ответа. Я надеюсь, что меня услышат. Спасибо.